Всем привет, меня зовут Виталий, и сегодняшний обзор будет посвящен телевизионной антенне марки GAL, модель называется AR458. Антенна эта комнатная, вы ее сейчас видите на своих экранах, довольно элегантного внешнего вида, да, необычного такого. Вот, здесь нет полированных частей, здесь все пластмасса матовая, заляпываться или царапаться в процессе эксплуатации она вряд ли будет. Вот, предназначена она для приема эфирного аналогового и цифрового телевизионного сигнала как в метровом, так и в дециметровом диапазоне, то есть антенна всеволновая. Как и любая другая комнатная антенна, применяться она должна в зоне уверенного приема. Ну и что еще можно сказать? Можно сказать, что она предназначена для размещения на горизонтальной ровной поверхности, то есть на столе, подоконнике и тому подобным вещам. Вот. Оснащена она малошумящим регулируемым усилителем сигнала со встроенным фильтром радио и GSM-помех. Заявлено здесь значение коэффициента усиления 25 дБ, максимальный коэффициент усиления 28 здесь указан. Так? Вот. Что еще ее отличает от всех подобных устройств, которые вот есть у нас в магазине, которые я вот так вот встречал, да, у нас даже той же марки GAL, там, например, и прочее. То есть данная антенна может работать как с телевизором, так и с внешним DVB-T2 ресивером. Причем, когда она работает с внешним DVB-T2 ресивером, она может питаться вот прямо по кабелю, да, 5 вольт на нее будет подаваться. И плюс там написано в описании, что для нее нужен блок питания 6 вольт, 50 миллиампер. То есть вот если перевернуть коробку, если будет видно, там характеристики на обратной стороне указаны. Так вот, самое удивительное, что этот блок питания уже производитель прилагает в комплекте поставки. То есть, покупая эту антенну, вы сразу же получаете и блок питания в том числе. То есть, совершенно спокойно можно не заморачиваться, не бегать там в дальнейшем искать что-то для того, чтобы оно работало к телевизору. У вас уже все будет. Поставляется данная антенна вот в таком вот виде в сборе. То есть, имеется у нее телевизионный кабель, там длина его порядка 2 метра где-то получается. Вот. Ну и также, еще раз повторюсь, блок питания уже тоже в комплекте есть. Если вас что-то заинтересовало из наших видеообзоров, то и, опять же повторюсь, у нас реальный магазин, находится он в городе Санкт-Петербург, поэтому если вы живете в нашем городе, либо где-нибудь в ближайших пригородах, то, пожалуйста, приходите к нам в магазин, и вы всегда можете воочию увидеть тот товар, который представляю я вам в своих видеообзорах. Ну, остальных приглашаю к нам на сайт, приглашаю подписываться на наш видеоканал. До свидания, до новых встреч.